Жизнь муниципалитета невозможна без активной работы представительной власти. Очень многие вопросы зависят от принятия решений районными депутатами. К их видению относятся утверждение местного бюджета и отчет о его исполнении. Любые поправки также должны осуществляться с депутатского одобрения. Поэтому первым и наиболее значимым вопросом заседания стало внесение изменений в бюджет муниципального образования как в доходной, так и в расходной частях. Расходы увеличиваются в целях принятия дополнительных расходных обязательств и увеличения отдельных действующих расходных обязательств в 2015 году. Далее Совет рассмотрел вопрос о мерах соцподдержки работников учреждений здравоохранения и вопрос о безвозмездной передаче имущества управлению образования для осуществления дистанционного обучения, которое реализуется в районе на двух базовых площадках – в школе номер 9 и в ХТЛ. Учитывая это намерение, предлагается принять безвозмездно из государственной собственности Московской области муниципальную собственность на баланс Зиновской среднеобразовательной школы оборудование, которое нам необходимо для дистанционного образования детей инвалидов. Еще одной важной темой для обсуждения стало рассмотрение вопроса о вступлении Ленинского района в Ассоциацию малых и средних городов России. Данная ассоциация создана по инициативе ряда руководителей муниципальных образований Российской Федерации в сентябре 2000 года. На сегодняшний день членами ассоциации являются более 100 муниципальных образований из 8 федеральных округов России, включая 15 муниципальных образований Московской области. С инициативой вступления нашего муниципального образования в ассоциацию вышел исполняющий обязанности главы района Олег Хромов. Для того, чтобы Ленинский район был не только представлен на федеральном уровне, но и был услышан. Но самое главное, мы должны выступать на дискуссионных площадках на уровне Российской Федерации. Когда вот происходит такое общение, я по себе просто это знаю, по работе в этой ассоциации, на предыдущем месте работы, ты возвращаешься с новыми идеями, с новыми мыслями, в том числе по управлению тем муниципалитетом, в котором тебе приходится работать. Это очень ценно. Депутаты были единодушны в принятии каждого из решений заседания, так как предварительно на комиссиях избранники тщательно проработали все вынесенные на повестку дня вопросы. Спасибо большое, действительно очень конструктивно получилось. Надеюсь, что в будущем мы также будем плодотворно все совместно, вырабатывая общую позицию работы. Елена Бабина, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.